सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्तम बिंदावन मनोहर वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदरन् धेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादवल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजितगमपि गपवधूषु आदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातं संकीर्तनय कवितरौ कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जगद्धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यश्च च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Кришнат кетана гану нартано кала патхо жани бражита садбхакта воли хамса чакра мадупо сени бихар аспадам карна нанди калет дханир бхутуме юва мару прангани си чайтанна даяни дета баласад лила судха сардуни Гаурия Госсупати. Гаурия Госсупати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Ему задали такой вопрос, почему в храме Джаганнатха некоторые преданные ему задали такой вопрос, почему там такие скульптуры на стенах, такие неприличные. На стенах в храме Джаганнат Мандира. Почему там такие вот картины представлены, такие вот? Это же нехорошо. И Прабхупада ответил, это очень благоприятно. Почему это благоприятно? Да, это очень благоприятно. Потому что материалисты, они приходят посмотреть на Джаганнатха и не хотят удовлетворить свои желания материальные. И вот эти вот скульптуры, они их отвлекают. Это своего рода так все устроил Джаганнат. Это на самом деле очень благоприятно, потому что те, кто поглощены в джагат-даршаном, они постоянно видят материю только. Для них хорошо отвлечься такими скульптурами. Им не нужно смотреть на Джаганнатха, потому что обоих, ну то есть и Джаганнатха нельзя увидеть одновременно и Джаганнатха, и материальные вещи. То есть пракрит и апракрит даршан, они несовместимы. В Чайтанья Чаритамрите мы видим, мы читаем вот эту шлоку о пракрита васту кабу пракрита гочарной. Мы не можем увидеть ни Бхагавана, ни Гуру Вайшнава посредством наших материальных глаз. Материальные расчеты, материальные представления, материальное зрение, то есть это все может быть использовано. То есть люди могут применять это, пытаться применять, но они не увидят Бхагавана и Вайшнавов, потому что они самосияющие. Невозможно увидеть Джаганнатха материальными глазами. Ни Джаганнатха, ни Баларама, ни Субхадру, Радарани, Гуру, Вайшнава, Прабхупаду, Бхактивинода Такура. Никого их нельзя увидеть, используя материальные глаза. При помощи, если мы будем использовать материальное зрение, то мы будем обмануты. Прабхупада говорит, те, кто верят в свои глаза, в уши, нос, ноги, руки, то есть люди просто уверены, я могу, например, увидеть. Нет, вы не можете увидеть, потому что пракрита васту кабу, пракрита гочарнаи, трансцендентную субстанцию не познать посредством материальных органов чувств. И те, кто будут пытаться это сделать, они будут лишены. Прабхупада сказал, все вот эти вот вся вот эта вот картина, все вот это вот представление в храме Джаганнатха, это все очень хорошо, потому что материалисты, они приходят в храм Джаганнатхи, то есть это благодаря деньгам, то есть они по причине того, что у них есть деньги, они покупают билеты, приезжают, входят в храм Джаганнатхи, они там ходят, смотрят по сторонам, о, что это, о, как красиво, после чего они их лишают. И когда они заходят в храм в сам Джаганнатха, когда они смотрят на алтарь, они видят Джаганнатха без ног, без рук и с круглыми большими глазами. Они не могут увидеть Джаганнатха. Они видят только идола. О, что это? Бхагаван, он нас обманывает. У него, смотрите, у меня нет ни рук, ни ног. Лучше вы обратитесь к Кали, к Дурге. Это будет более разумно. Смотрите, у меня нет ни рук, ни ног.
И так вот Бхагаван, он нас обманывает, он специально совершает вот эту лилу. И 15 дней назад где-то я уже это, об этом сказал. Сарабам Батачаря, он заходил в храм Джаганатха каждый день, но он думал, что Джаганату он безличный, то есть он это безличностный браман. А Пани Пату, Бхагавана нет ни рук, ни ног. Но Мапрабу сказал, хорошо, а Пани Пат, но потом там написано, что у него нет рук, но он берет, нет ног, но он ходит, нет глаз, но он видит. Махапрабху хотел объяснить, что все органы, все конечности, руки, ноги, органы чувств Джаганатха, они все апракрита, не как наши. И кто виноват, кого обвинить? И все по причине асатсанги. Мы совершаем асатсангу каждую долю секунды. Как же избавиться от асатсанги? Как дойти до, вот, до такого уровня, на котором станет возможным увидеть все, как оно есть? Когда мы сможем победить майю? Ну, избавиться от майи. То есть вам придется развить такую, такое могущество. То есть если кто-то скажет, в океане много волн, волны, они опасны. Когда волны прекратятся, тогда я войду в океан. Кто-то может такое сказать, глупый. Я не могу зайти в океан. Как же я приму омовение, если там волны беспрестанные? Но я лучше подожду, когда волны закончатся. Но волны никогда не закончатся. И вы тогда будете стоять на берегу и никогда не зайдете в океан. Поэтому майя, она будет всегда. Но каким-то образом вам нужно разработать такое, достичь такого зрения. По силе гуру вы сможете увидеть, что есть что. И много раз я уже говорил, что Гурупад Падма — это прозрачная среда, трансцендентная среда, через которую мы можем увидеть, что является чем в апракрита джагат в духовном мире. То есть этими глазами вы не увидите даму. Вы можете купить билет на самолет, но вы не увидите Вриндаван, Рада Кун, Шама Кун, Гирирадж Махараджа. Вы увидите только камень вместо Гирираджа. Вы так не увидите Гирираджа, так не работает. А сатсанга, она будет постоянно. Вы не можете сказать, я очищусь от сатсанги, всех убью и только окружу себя садху. Но это невозможно. Вы не можете, как Наполеон Бонапарт, всех убить. Это невозможно. Это невозможно. Прабхупада объясняет, будет лучше, если вы не сможете исправить весь мир. Даже если вы получите жизнь длиной в вечность, вы не исправите всех. Почему бы вам не исправить самих себя? Это намного более разумно. Попробуйте исправить самих себя. Если вы будете пробовать исправлять других, как же это возможно? То есть это работает все таким образом. Гуру Вайшнавы, они взяли на себя ответственность, и посредством Харикатхи они могут менять сердца людей. Но если вы попробуете, у вас это не получится. Поэтому вы только осквернитесь. И по причине разногласий, сражений всяких разных. Поэтому вам нужно применять вот эту технику. Это своего рода такой способ совершать баджан. То есть как оставаться среди обусловленных душ и совершать баджан. Гуру Вайшнавы, они были всегда окружены большим количеством обусловленных душ. Тем не менее, они совершали баджан. Ясмад сарватухани адхапатушча джайхати. Асасанга anyhow, that is the key.
И ключи к Харибаджану – это избежать от сатсанги. Вы за крыльцом, вы не взошли даже на территорию Харибаджана. Ключ – это сатсанга тяги и вайшнава чар. Это самое фундаментальное. Там, где заканчивается Шримад Бхагавадгита, с того момента начинается Гаудия Даршан. Там, где Бхагавадгита заканчивается, там начинается наш Гаудия Бхаджан. Начинается Гаудия Даршан. Там, а где заканчивается Бхагавадгита? Вы не знаете? Сарва дхарман паритьяджа. Aham tvam sarva papibhyo mokshayi swami masucha. This is the end point. Это финальное наставление Шри Кришны, Сарва дхарман паритьяджа. Aham tvam sarva papibhyo mokshayi swami masucha. And from there Gaudiya Bhajan. И вот с того момента открывается дверь, которая ведет к Гаудия Бхаджану, Шаранагати. Там, где заканчивается Бхагавадгита, там начинается Гаудия Даршан. И совершать асатсангу это нехорошо. И что значит совершать асатсангу? Это значит концентрироваться на материи. Это огромная глава, обширная такая тема. Асатсанга это означает концентрироваться на материальных вещах, не концентрироваться на чинмое. Те, кто думает о деньгах, о положении, женщинах, мужчинах, они материалисты. В Чайтанья Чаритамрите асатсанга делится на три части. Первый вид асатсанги – это йошитсанга. Это асатсанга. То есть можно совершать йошитсанга непосредственно, то есть напрямую. И второй вид асатсанги – это не асатсанга напрямую, но это санга с теми, кто совершает асатсангу. Зная это или не зная этого, кто-то общается с теми, кто совершает асатсангу. То есть второй вид это не непосредственно асатсанга, но это санга с теми, кто совершает асатсангу. Это также осквернение. И третий вид асатсанги это Кришна Абхакта. Они не преданные. Йошит, я вам уже объяснил, что это означает. Деньги, положение, камень и канчан. То есть любая вещь, на которую вы смотрите с желанием наслаждаться ею. Это может быть камень и канчан, мужчина, женщина. То, что вас привлекает. То, чем вы хотите наслаждаться, это для вас йошит. Таким образом, те, кто-то совершает йошитсанга непосредственно, кто-то привлекается деньгами, положением. Если вы будете общаться с теми людьми, которые привлечены всем этим, это тоже асатсанга.
И те, кто не преданные, они тоже асатсанга. Поэтому асатсанга, вы от нее не можете избавиться. Лучше это исправиться самим, исправить свое собственное видение. Но как же вы можете исправить, думать, что вы можете исправить весь мир? Прабхупада говорил, и это моя просьба ко всем вам, лучше, если вы будете заниматься своим собственным характером, не пробуйте исправлять других. Смотрите и видите позитив во всем. То есть, что значит исправиться самим? Что значит откорректировать свое зрение? Это значит видеть во всем позитив, обладать вайкунтхадаршаном. То есть все благоприятно, нет никаких проблем. Негативный даршан — это майя даршан. Махапрабху нас никогда не учил, что нужно оскорблять Матаджи. Он никогда этому не учил. Он показал такое строгое поведение, чтобы мы что-то поняли. Потому что если бы Махапрабху расслабился правила, то все бы тогда занимались, чем бы они захотели. Сахаджия, в наши дни, они даже говорят что-то такое плохое о Нарайане. Смотрите, какое у них настроение у Сахаджи. Нарайане — это мать Вриндавандастакур Махасая. Это племянница Шриваса Пандита. Нарайане, ей было 4 года, она была маленькой девочкой. Махапрабху совершал санкиртан в доме Шривас Пандита. Махапрабху однажды дал ей свою учишта прасад, и Нарайане заплакала, у нее она обрела прему. Но Сахаджи, они рассказывают какие-то грязные вещи об этом. О, Махапрабху там что-то, он дал прасад с этой девочке. У них такие грязные сердца, их сердца, они наполнены ядом. Змеи, они лучше, чем Сахаджи. О, Махапрабху, он вот дал, смотрите, они там придумывают какие-то истории непонятные, это очень опасно. Вот почему Махапрабху, он, то есть на протяжении всех своих лил, он был очень крайне осторожен в отношении Матаджи. Он такие установил правила. Махапрабху, если бы Рай Рамананда совершал Йошитсангу, конечно же, Махапрабху, он бы ее не одобрил. Поймите, Верховный Господь, он понимает, что Рай Рамананда, он трансцендентный, у него нет материальных представлений. То есть и как мы можем получить такое настроение, как у Рай Рамананды? То есть, как мы можем обрести эту бхаву? В Махабхарате описывается история Риша Сингхи Муни. Он родился из чрева оленя. И он не понимал разницу, кто мужчина, кто женщина. Но в итоге его осквернили специально. Шукадева Госвами, он был всегда чистым оставался. Но и Риша Сингхи Муни, он тоже, и в его случае осквернение, это не такая проблема, то есть он могущественный, то есть в итоге там все было нормально, но для обусловленных душ они в другой ситуации находятся. В общем, асатсанга тяги и вайшнав ачар — это очень важная вещь. Если нам удастся добиться вот такого положения, тогда мы сможем войти на территорию расататвы, на территорию апракрита расататвы. Только полностью избавившись от сатсанги. Иначе мы будем стоять снаружи и только выкрикивать какие-то лозунги. Конечно же, Махапрабху, он не одобрил бы никакое грязное поведение Рай Рамананды. Махапрабху, он сказал такое: «Я саньяси, и у меня нет такого уровня». То есть я
Я, мой уровень совершенно другой. У меня нет такого адикара, как у Рай Рамананды. И в Чайтанья-чаритамрите написано, только Рай Рамананда обладает таким адикаром. Только Рай Рамананда, эк на бенгальском. Эй, Рамананда хой. Ойчо адикар. Только Рамананда Рой обладает таким адикаром. У кого есть такое могущество? Кто может спокойно разговаривать с женщинами, ну, с кем угодно? И кто может сохранять вот этот вот контроль? Кто обладает таким могуществом? В то время как Чота Харидаса, он наказал. То есть вам нужно постоянно над этим размышлять, а что там произошло с Чота Харидасом, а что, какова ситуация в случае Рамананда Рая, то есть в чем разница. И сейчас мы войдем немножечко, вот, будем обсуждать Расатату, если ну, у нас нет на это права. Хера Панчами — это... Для, и до этого мы обсудим Хирапанчами, вот эту вот игру. Ратаятра начинается в день Двития. Двития, Трития, Чатурти, Панчами. Прям как вот разные лунные титхи, Экадаши, Двадаши, Троядаши, Чатурдаши. Вам нужно разобраться в этих вещах. Двития означает второй лунный день. Месяца, то есть растущие или убывающие луны. Двития. В день Двития, в месяц Асар. Это вот название месяцев, вы до сих пор не знаете, не выучили название. Это месяц Асар, в день Двития, в лунный день. Начинается Ратаятра. И Панчами, оно зовется, то конкретное Панчами, оно называется Хера Панчами. Хера Панчами — это... такой технический термин. Хера означает смотреть. Хера означает смотреть. И кто смотрит на кого? И вот мы сейчас это обсудим. Хера Панчами — это тот день, который он вот между началом Ратхаятры и концом Ратхаятры. Хера Панчами — это большой фестиваль. И что же это означает, Хера Панчами? То есть есть там один определенный даршаник вичар. Джаганнат, когда он уходит в Гундичу, он спрашивает разрешение у Лакшми Деви, можно мне туда отправиться? То есть он отправляется во Вриндаван. Он просит разрешения у Лакшми. Таким образом, Джаганнат, он оставляет Джаганнат Мандир и приходит в Балаганди. Он смотрит там на сады, на леса. Вот Джаганнат наслаждается таким образом. Но Лакшми Деви, она злится, начинает злиться. Джаганнат ей обещал, потому что Джаганнат ей пообещал, что он вернется очень быстро. И Лакшми Деви, она начинает злиться, кто ему препятствует вернуться, кто не дает ему вернуться, моему Прабху. И Лакшми, она вот так вот выходит из себя, и она покидает храм, чтобы наказать панд.
Вот она, восседая на носилках, на паланквин, она выходит из храма, и там все... Это очень такая сладкая лила. Перед тем, как обсуждать эту лилу, мы должны понять, что такое раса татва. У нас должны быть какие-то базовые представления. Нам нужно понять, что такое апракрита раса, иначе мы перепутаем апракрита расу и материальную расу. Мы не хотим погружаться в материальную расу. Это определение апракрита расы. Это означает, когда вы пересечете вот этот вот лимит, границу материальных представлений. Вы можете, вы ограничены материальными представлениями, вы не можете пересечь эти материальные представления. То есть у вас есть определенный то есть лимит мышления, и вы не можете выйти за границы этого ограничения. И Рупа Госвами Пад дает определение апракрита расы. Когда вы пересечете, как на ракете, на космическом корабле, когда ракета, спутник, они пересекают, развивают такую скорость, что как это сказать, что в общем выходит на орбиту, то есть преодолевает притяжение, гравитацию, то есть это называется вот это вот escape velocity. Наверное, это что-то типа первой космической скорости. То есть когда преодолеваете гравитацию, выходите на орбиту. И там вы можете вращаться по орбите определенной. И сателлит, спутник начинает вращаться вокруг Земли. Если вы живете в Индии, и если вы хотите посмотреть Олимпийские игры или что-то еще, тогда спутник из того места, где проводится ну, вот это вот соревнование или что-то еще, сигнал попадает на спутник, и со спутника он раздается в другие места. Спутниковая связь. Когда вы пересечете ваш, ну, вот эти вот материальные ограничения, ограничения материального мышления, вы тогда обнаружите себя, можно сказать, в космосе. Но это невозможно по каким-то личным усилиям. То есть это все произойдет по милости гуру вайшнавов. Когда вы пересечете вот эти вот ограничения, и ваше сердце наполнится шуддой сатвой, оно будет освещено шуддой сатвой бхавой. Не будет никаких осквернений, даже следа осквернений не останется. И тогда ваше сердце, когда оно будет сиять шуддо сатвой, you can get some special feeling. That time you can get some special feeling. That is called rasa. Тогда вы обретете
некое чувство, и вот это вот оно называется раса. В материальном мире, когда наши органы чувств, они входят в контакт с объектами наслаждения, с какой-то материей, например, глаза хотят смотреть на красивых женщин, глаза на них смотрят, и тогда человек наслаждается. Когда кто-то что-то хочет слушать, какой-то материальный звук приятный, то это тоже приносит. Доставляет радость. Когда ваши органы чувств, определенный орган чувств, он встречает объекты, которые его наслаждают, то, например, глаза смотрят на что-то красивое, на природу. Это вот такой контакт случается. А уши, они слушают материальные песни, материальные звуки, а вы наслаждаетесь. Каждый орган чувств, когда он входит в контакт с объектами наслаждения, то вы наслаждаетесь. Но с этим, в настроении наслаждающего мы никогда не пересечем эту границу материального мира. Вы будьте осторожны, вы в ловушке, не считайте себя, не зазнавайтесь, не думайте так, что «О, я знаю философию, я большой саду». Нет, вы в ловушке Майи. Когда вы освободитесь из этой ловушки, вы тогда почувствуете счастье. Вы почувствуете огромную радость в вашем сердце. Ваше сердце, оно будет сиять чуддасатвой, и это раса. Понимаете? Это вот принцип, базовое понятие расы, слово «раса». И материальная раса, она возникает при контакте с материальными объектами, когда ваши органы чувств, они наслаждаются объектами наслаждения, чувств, объектами чувств. Но апракрита ананда, она далеко. Где она, апракрита раса? Она за пределами. И апракрита раса Махапрабху хотел ее раздать. И в этом его вина. Потому что он хотел раздать апракрита расу. Вот почему мы стали такими оскверненными. Он хотел ее дать бесплатно. Кто в состоянии принять эту расу? Нет таких кандидатов, кому она нужна. И вот настал день Хирапанчами, и король, он уже был в Пурушоттамдхаме. И король приказал своим слугам, вы должны так все устроить, чтобы Махапрабху, он был чрезвычайно счастлив. Вам нужно так все устроить, с таким энтузиазмом, все, чтобы так было четко, качественно, чтобы Махапрабху, он был доволен. И по желанию короля были, то есть устроили этот фестиваль, как положено. И Махапрабху, он занял положение стратегическое вместе со своими преданными, Сарупа Госвами, Рай Рамананда. Там были все они, Нитьянанда, Адвайта Госвами, все они. Все преданные Гаудии, они заняли такое место, откуда можно было все увидеть четко. То есть они заняли такое место, откуда можно было спокойно все за всем наблюдать. И Махапрабху, он уселся там со своими преданными, с разными. И Лакшми Деви, она вышла из храма, из главного, восседая на носилках на паланкине.
Lakshmi going. Lakshmi Devi sitting in the, and it will take time to come. И... So in the meantime, our Sriman Mahaprabhu, Mahaprabhu discussing with Sarvagamana, Pandit, Он разговаривал с преданными, там были Адвайта Госвами, Сварупа, Дамодар и так далее. И Махапрабху, он пожелал послушать о Вриндаване, о красоте Вриндавана, о его славе, и тогда Сварупа Госвами начал прославлять Вриндаван. Вриндаван такой красивый. All Gopikas and Krishnas, they are Krishna и Гопи, они играют во Вриндаване. Гопи не женщины, они Сварупа Шакти. И вот Бхагаван совершает свои игры во Вриндаване. В уединенных местах там полно фруктов, цветов, нет вражды никакой. Во Вриндаване никто не атакует никого. Написано, что естественным образом Вриндаван, он лишен вражды, то есть никто там ни на кого не нападает, это Апракритадам. Вриндаван, он свободен от вражды. Там протекает Ямуна, там цветы, фрукты, деревья, все красиво. И там был Шривас Пандит, тоже присутствовал при этой беседе. И когда Сварупа Госвами стал прославлять Вриндаван, и когда Сварупа Госвами стал прославлять Радарани, Шривас Пандит сказал, «Ну хорошо, наша Лакшми Деви, она богиня богатства, и она величественна, и такая, то есть она богата. Посмотри на Лакшми, она такая величественная». То есть это вот было такое обсуждение, конечно же, это было не сражение, не спор, это просто вот для того, чтобы вкусить. То есть это была такая радостная беседа. Но вот ваша Радарани, она такая простая, она только цветы одевает на себя. И тогда Махапрабху сказал, Шивас, Махапрабху очень наслаждался, когда он слушал этот любовный такой спор, он сказал, все богатства Вайкунтхи, их можно поместить в один уголок Вриндавана. Шривас, ты из Двараки, ты из Вайкунтхи. Но Сварупа, он в Раджавасе. И поэтому он понимает славу Вриндавана, то есть он понимает, насколько... Насколько роскошен Вриндаван. Во Вриндаване преобладает мадурья, сладость. Когда речь идет о какой-то роскоши, тогда сладость, она испаряется. Поэтому вся роскошь, все богатства Вриндавана, они покрыты мадурьей. Вриндаван обладает такой роскошью, бесконечными богатствами. Бхагаван Си Кришна
Бхагаван Шри Кришна это Мадурья Прадан, Аударья Виграха. Аударья означает великодушие, милосердие. И в Кришне сладость это самый главный фактор, но также в нем присутствует и аударья. Но в Гуранга Лиле все наоборот. Кришна это Мадурья Прадан, Аударья Виграха, но Гауранга Махапрабху это Аударья Прадан, его сердце более великодушно. Он всех зовет. Также и Гауранга, он обладает Мадурьей, но это более такой в скрытой форме. Кришна, Гауранга это Кришна, но он не являет вот эту бхаву. И гора лилы, они настолько эксклюзивны, что даже вы такие лилы не дойдете во Вриндаване. Игры Рады Говинды во Вриндаване, это нечто эксклюзивное, но в Гауранга Махапрабху вы найдете такие бхавы, что даже мы не видели это во Вриндаване. Во Вриндаване это не наблюдается, то есть такое эксклюзивное настроение, эксклюзивная бхава. И Махапрабху ответил Шривасу: «Шривас, ты забыл, ты из Вайкунтхи, ты Вайкунтха Паршат, поэтому тебе хочется прославлять Вайкунтху, но Сварупа Госвами — это Враджаваси». Но очень важно отметить, что Сварупа Госвами, он никогда не был во Вриндаване физически, то есть он не бывал во Вриндаване. Но Махапрабху сказал, что он самый великий Враджаваси, самый лучший из Враджаваси. Прабодхананда Сарасвати Пат, он никогда не был в Навадвипе. И это просто чудо какое-то. Прабодхананда Сарасвати Пат никогда не бывал физически, то есть внешне он не бывал никогда в Навадвипе. Он написал Навадвипа Махима. А Сварупа Госвами написал Вриндаван Махима, и он тоже не был во Вриндаване никогда. Поэтому поймите, Вриндаван — это не такое место, куда вы можете купить билет и съездить, и осквернить его испражнениями. Поэтому внешне Сварупа Госвами, он не бывал во Вриндаване, но Махапрабху, он сказал, что Сварупа Госвами — это самый лучший из Раджаваси, самый великий, он Лалита Саки. И Прабодхананда Сарасвати Пат — это Тунгавидья Сарасвати. Прабодхананда Сарасвати Пат написал Махимамрита Навадвипа Дамы, то есть слава Навадвипа Дамы. Как же это странно, он никогда не бывал в городах, он никогда не видел внешне, физически он никогда здесь не бывал, но он написал Гауранга Дама Махима. Странно. Вы должны осознать, что материальными глазами вы не можете увидеть ни Вриндаван, ни Навадвипу. Сварупа Госвами, он изначально из Вриндавана. Вот таким образом Сварупа Госвами и Шривас Пандит, они обсуждали эту тему, кто-то из преданных тоже там что-то сказал. И внезапно Махапрабху, он стал проявлять Радхабхаву, внезапно Радхабхава стала являться, неожиданно. И когда Махапрабху, он стал показывать признаки Радхабхавы, Сварупа Госвами, он сразу же все понял. И тогда Сварупа Госвами, он запел прекрасный киртан, шлоки прочитал, какие-то там Рай Рамананда был и так далее. И как только Нитьянанда Прабху увидел,
Как только Нитянанда Прабху, он увидел, что когда Нитянанда Прабху увидел, что Махапрабху, он стал проявлять Радхабаву, то он сразу же оставил то место, удалился. Как только Нитянанда Прабху заметил, что Гуранга вот-вот начнет проявлять Радхабаву, то он сразу же оставил то место, потому что это, ну, чтобы избежать расабас, потому что это пересечение двух рас. Нитянанда — это брат, а Гуранга, он стал проявлять Радхабаву, то есть сразу же Нитянанда, он покинул то место. Но Сахаджея, они оскверняют все эти, то есть они создают кищи, варят кичери, мешанину какую-то делают. Таким образом, они зарабатывают деньги, получают признание. И вот когда Махапрабху вернулся в свое нормальное состояние, он увидел, как Лакшми Деви, она пришла, ее принесли. И она, будучи в разъяренном состоянии, отправила своих служанок наказывать слуг Джаганнатха. Почему они не отпускают моего Прабху? Он должен был уже вернуться. Паланкин. На паланкине. И она заругалась на Пант и сказала, почему вы не отпускали Джаганнатха, почему вы не позволяли ему вернуться. И, в общем, вот эти вот служанки Лакшми, они стали избивать Пант, и те стали падать на пол, и по полу они, в общем, то есть, упав на пол, они стали просить, пожалуйста, не бейте нас, все, приедет скоро Джаганнат. О, Лакшми, пожалуйста, возвращайся домой, очень скоро Джаганнат прибудет к тебе. Точно? Да, конечно же. А иначе я опять вернусь и вас всех арестую. В общем, Лакшми Деви, Махапрабху и все преданные, они смотрели на это, на эти лилы, и они смеялись. И потом Лакшми Деви, она вернулась в храм. Как правило, Хирапанчами происходит ночью, вот эта вот лила. И большинство из преданных, они не видели эту лилу. Это, как правило, все происходит в 11-12, в час ночи. Большинство преданных, они не видели никогда Хирапанчами, потому что нужно оставаться допоздна и смотреть. В общем, она ночью происходит эта игра. И вот Лакшми Деви, после того, как она ее заверили в том, что Джаганнат скоро вернется, тогда она вернулась назад. И вот потом там был Утсав, посвященный Хирапанчами, Махапрабху с преданными, они приняли прасад, и потом Махапрабху вернулся в Гамбиру. Я могу тоже рассказать одну лилу, которая произошла в Гамбире. И вот по прошествии нескольких дней, то есть Джаганнат возвращается назад. Шлока, которую я прочитал, в ней говорится, что все Гуранга-паршады,
Они поглощены в сладчайшую расу, они совершают киртан, они пребывают в ананде. И мы даже во сне не можем себе представить их состояние. Мы что-то испробовали, когда мой Гуру Махарадж, Тиртха Махарадж, они были здесь, Шанта Госвами Махарадж, нам получилось попробовать эту расу. И вот этот вкус можно получить только по милости Гуру Вайшнав. Какое наслаждение! И никто не понимал, как это все. Это вот какая-то неизвестная радость, откуда она берется. Вот этот поток радости был постоянно. Тиртха Госвами Махарадж, когда он участвовал в Радха-ятре. Весь день мы были без прасада. Это такой опыт. Столько там народу во время Радха-ятры, вас могут просто в пыль превратить, раздавить. И у нас такая ананда была, но те дни закончились, те дни прошли. Мы не можем воссоздать, только вот сейчас все только деньги, деньги, деньги. Но где вот это вот счастье, где оно? И вот сейчас все преданные вместе с Махапрабху, я уже вам сказал, что можно сравнить преданных Махапрабху, его паршадов, с пчелами. Почему? Потому что лотосные стопы Чайтанья Махапрабху, они сравниваются с цветком лотоса. И пчелы, они садятся на лотос, и они наслаждаются нектаром ананды. Пчелки сажаются на цветок лотоса, вкушают нектар. И преданные, они могут, их можно сравнить с хамсами, с лебедями. Или с пчелами. И хамса, и лебеди, они едят внутреннюю часть лотоса, то есть вот эту вот сердцевину лотоса. Очень вкусная вещь. То есть преданные, они сравниваются с лебедями или с пчелами, они все наслаждаются круглосуточно, днем и ночью. Таким образом, они постоянно пребывают, постоянно счастливы. Мой язык, он сравнивается с пустыней, говорит автор. Как я могу говорить о Гуранге? Бесконечное количество жизней я говорил только о материальных вещах. Я не пробовал, не вкушал Кришна нам. Мы целую вечность обсуждаем материальные какие-то вопросы. А Бхактинот Такур пишет. Наротам Такур пишет. Наротам Такур пишет, те, кто воспевает имена Гуранги, они получают прему. И имя Гуранги, оно таково, что очень в скором времени мы обретем прему, слушая, воспевая его имена. И вот. И в нашей жизни работает так, что мы спим, едим, но преданные во время Радха-ятры, они в экстазе.
то есть их не интересуют эти вопросы, где покушать, где поспать. Смотрите, Говинда, он всегда был занят в служении Махапрабху. Он, его больше ничего не волновало, он только хотел служить Махапрабху. Иногда он куда-то отправлялся вместе с Махапрабху, иногда. Но он всегда был постоянно начеку, постоянно заботился о том, как совершить служение совершенным образом. Вот однажды Махапрабху, он лег на входе в Гамбиру, на пороге, в своем баджан-кутире. И он прилег туда отдохнуть. И, как правило, Говинда каждый день, после того, как Махапрабху принимал прасад и отправлялся отдыхать, как правило, Говинда, он его массажировал ему ноги. Говинда, он приходил в баджан-кутир Махапрабху и массажировал его стопы. Но в тот день Махапрабху лег прямо на входе в Гамбиру. Никто не мог войти. Вы, возможно, бывали в Гамбире. Это баджан-кутир Махапрабху, это маленькая комнатушка. В общем, Махапрабху улегся на входе, и Говинда, он не смог зайти вовнутрь. И Говинда расстроился, он стал думать, как же войти. Тогда он попросил Прабху: «О, Прабху, подвинься немножечко, я зайду в комнату. Мне нужно зайти, чтобы совершать мою нитью севу». И Махапрабху ответил: «Заходи или не заходи, делай, что хочешь, но я не в состоянии сдвинуться с места. Я очень устал, мое тело устало». Смотрите, Бхагаван устал. Бхагаван сказал: «Я очень устал, я не могу сдвинуться с места. Ты можешь зайти, а можешь не заходить. Решай сам». И Махапрабху, и он хотел доказать посредством этой лилы одну сиддханту. Бхагаван сказал: «Я не могу сдвинуться с места, я очень устал». Нитья сева, ее нельзя прервать. Нитья сева означает анник, джапа. Вы можете это перестать делать? Нет, вам это нужно каждый день этим заниматься. Вы не можете прервать это служение. Нам джапа, слушание харикатху, это все нитья сева, анник. Те, кто капризничают и думают: «Я могу послушать, а могу не послушать», это они лишены, то есть они не совершают нитья севу. И как поступил Говинда? Он поступил следующим образом. Он взял чистую ткань, и он постелил на тело Махапрабху эту ткань и перешагнул через Махапрабху. Махапрабху положил чистую новую ткань. И, в общем, Говинда перепрыгнул через Махапрабху и начал массажировать Махапрабху. Махапрабху сказал: «Иди, принимай прасад». И Говинда ответил: «Я не могу, потому что ты на входе лежишь». Потому что, как правило, происходило все следующим образом. Махапрабху, он принимал прасад, и остатки его прасада, они доставались Харидасу и Говинде. И, в общем, прасад ожидал Говинду. Но сейчас Говинда, он массажирует ноги Махапрабху. У Махапрабху такие длинные ноги. Вы видели в нашем новом бенгальском центре проповеди, там лотосные стопы Махапрабху на стене висит, своего рода вот это вот, не картина, а как это называется. В общем, в Джаганнат Мандире есть лотосные стопы Махапрабху, и там один
преданный, он там служил, и я с ним подружился и попросил его: ты можешь нанести чандан на лотосные стопы Махапрабху? На следы Махапрабху. То есть я попросил: ты можешь мне приложить вот эту вот ткань к стопам Махапрабху, к отпечатку стоп, и чтобы чандан впитался в ткань, чтобы я получил изображение стоп Махапрабху. И, в общем, каким-то образом вот этот вот преданный, он согласился. И наш Рагу Прабху, он тоже хотел это сделать, но у него не получалось все никак. В итоге вот этот преданный, он согласился. И вот эту вот ткань, я ее держал с собой около 20 лет. И в конечном итоге, когда мы построили новый центр для бенгальской харикаты, я попросил одного артиста, ну, то есть сделать вот это вот образ стоп. И, в общем, Говинда, он массажировал Махапрабху, и Махапрабху сказал: почему ты не идешь, не принимаешь прасад? И Говинда ответил: я не могу выйти, потому что ты на входе лежишь. А Махапрабху сказал: выйди таким же образом, как ты и зашел. Нет, я не могу. И, в общем, Говинда, он не ответил больше ничего, потому что это называется служение, сева. Когда он вошел в Гамбиру, то речь шла о том, чтобы совершать служение, служить Махапрабху. А принимать прасад – это сева самому себе, это личный интерес. То есть поэтому Говинда, он не перешагнул опять через Махапрабху, чтобы выйти. Поэтому Говинда, он всегда был начеку. Такой удачливый. И все гаудия преданные, они его называли второй Сачима. Говинда, он, его ничего не волновало. Он всегда только думал о том, как служить Махапрабху, как его удовлетворить. Говинда, он даже ругался на Сарупа Дамодара и на Рай Рамананда. То есть Говинда ругался на Махапрабху, когда он не забывал принимать прасад, там, и так далее. Вот, в общем, был он очень пунктуален, он очень был искренний в своем служении. Когда Прабху ходил в храм, иногда Говинда ходил с ним, но не всегда, потому что ему нужно было заниматься служением, чтобы все приготовить. И когда кто-то что-то дарил Махапрабху, все это отдавали Говинде. И Говинда потом, он все это предлагал Махапрабху. Когда преданные приходили из Бенгалии на Радхаятру, они прибывали все с подарками. И Говинда, он предлагал Махапрабху все вот эти вот подношения в течение всего года. И вот преданные не всегда заботились о теле Махапрабху. Махапрабху всегда совершал санкиртан, а преданные переживали, что вот у него температура в желудке поднимется, то есть тепло увеличится в теле. Жар повысится. В общем, они все с любовью думали о нем, готовили ему всякие приготовления, лекарств там и так далее. Кто-то готовил сухое манго, сушил его на солнце и помешал потом в масло с солью. И, в общем, как правило, преданные приносили тысячи подарков Махапрабху, чтобы послужить ему. Но Прабху, он не принимал ничего, у него не было времени, он постоянно был занят в санкиртане. И вот однажды Говинда, он разозлился и сказал Прабху: смотри, преданные меня каждый день спрашивают,
ты предложил Прабу наши подарки, а мне что, мне нужно врать им, что ли? Что мне им отвечать? Как долго я могу их, ну, как бы им врать? Ты не берешь, они все преданные, они тебе принесли различные подарки, чтобы послужить тебе. И они меня спрашивают постоянно, вы дали, ты дал, Прабу предложил наши приготовления? И тогда Прабу сказал, неси мне, кто что принес. Так вот, Прабу сел в таком настроении и начал спрашивать, кто что принес, рассказывай. И тогда Говинда, он принес различные подношения и стал давать их Махапрабху. Это тебе Рагов подарил, а вот это вот Дамаянти тебе дала, а вот это дал, дала Малини. И вот он начал перечислять имена. Махапрабху стал все это принимать, он Джаганат. И потом, когда он стал спрашивать, еще что-то есть? И тогда Говинда ответил, да, что-то есть, но это потом ты постепенно это примешь, потому что там соусы всякие разные. Потому что до этого Махапрабху каждый день Говинда ему предлагал, а он не принимал ничего. А вот сегодня он стал спрашивать, кто что принес, неси. И как Джаганнат, он это все принял разом. И потом спросил, есть что-то еще? Прям как Гирирадж Говардан, во время Гирирадж Говардан Пуджи. Гирирадж тоже все принял и стал спрашивать, что-то еще есть у вас? Это Джаганнат. Вот таким образом Махапрабху, он приносил радость всем преданным. Махапрабху, он пошел куда-то с Говиндой, и Махапрабху услышал, как кто-то пел Гита Говинду. И после того, как он это услышал, Махапрабху, он потерял разум, и он стал, он побежал по направлению к источнику, откуда исходило пение. Гита Говинда очень... Это прекрасное произведение, но у нас нет права слушать его петь. Очень прекрасная песня. У нас нет права ее петь. Мы можем, я могу петь, но у меня нет права. В общем, кто-то пел эту песню, и Махапрабху, как только услышал, сразу ринулся по направлению к певцу. Кто поет эту песню? Я сейчас же обниму его. И Говинда, он побежал за Махапрабху. Прабху очень высокий, и он бегает очень быстро, как ветер. И Говинда быстренько тоже он поторопился, добежал до Махапрабху и остановил его. Прабху, Прабху, это Матаджи, Матаджи поет. И Махапрабху сразу же остановился и замер, как статуа. Статуя. И Говинда стал... Он предупредил Махапрабху, смотри, это Матаджи поет, Матаджи. Тогда Махапрабху, он замер, и после чего он вернулся в свое нормальное состояние и обнял Говинду и сказал, сегодня ты занял, ты спас мой престиж, я почти что потерял свою саньясу. Ты мне... совершил большое служение, ты всегда должен быть на чеку. Как только я так себя веду, ты мне должен помогать, чтобы я никаким образом не потерял саньясу. И вот это слова Махапрабху, о Говинда. Ты защитил мою жизнь. Я почти что потерял все. Я не знал, я хотел обнять певца. Suppose I'm going to, I don't know who is
Я не знал, кто пел. Что бы случилось, если бы я обнял женщину? Но тот же самый Махапрабху, смотрите, попытайтесь помедитировать на эту тему, поразмышлять хорошенько, снова и снова. Чему нас учит Махапрабху, когда и зачем? Однажды в храме Джаганнатха было так много народу, и Махапрабху, он стоялся, оперевшись на Гаруда Стамбу. В общем, стоял Махапрабху рядом с этой колонной, и вот он проливал слезы, смотрел на Джаганната с огромной радостью. Там была одна женщина деревенская, и она была очень маленького роста, и она не могла увидеть Джаганната. И что она сделала? Она вскарабкалась на плечи к Махапрабху. Она просто поместила свои ноги на плечи Махапрабху. Ну, то есть встала на плечи Махапрабху. Когда Сварупа Госвами увидел эту картину, он сразу же заругался. «Что ты делаешь? Спускайся сейчас же!» И Махапрабху сказал: «Не отвлекай ее! Не отвлекай ее! Она смотрит на Джаганната! Если у меня когда-то получится получить такую любовь к Джаганнату, я добьюсь успеха!» Махапрабху, он говорит: ничего не трогайте, не прикасайтесь к женщинам, не смотрите на женщин. И вот Махапрабху, когда он увидел вот это вот огромное влечение женщины, она была пожилой женщиной, деревенской, обычной, простая женщина. Когда он увидел ее искренность, ее настроение, то он не захотел ее беспокоить. Когда все преданные стали на нее ругаться, Махапрабху сказал: «Не отвлекайте ее. Я желаю развить такую любовь к Джаганнату». Махапрабху так сказал, чтобы научить нас. Махапрабху, он знает, он понимает, что женщина эта пожилая, она чиста, она хочет увидеть Джаганната, она, то есть, по нему с ума сходит. Не беспокойте ее, я желаю получить такое, развить такое настроение. Если вы не будете слушать об этих играх под руководством чистых гуру вайшнавов, вы просто не поймете Махапрабху. Вы будете задавать вопросы: а что это, почему это, как же так? И завтра мы поговорим о том, что написал Рупа Госвами. Завтра это обсудим. श्री चैतन्य दैनी देवत वलसाद लीला सुधा सरदुनी वांछ कल्पतरु सिखा हे वाचपति धारण पावन।